Смотрите сегодня в выпуске. Завершилось первенство России по баскетболу среди ветеранов. На базе отдыха имени Гайдар прошел традиционный 11-й по счету слет «Осенний марафон». В 11-й раз в Сарове прошел турнир памяти Евгения Куницына. В спорткомплексе «Юниор» прошел финальный матч первенства России по баскетболу среди ветеранов. Команда «Росатом» РФЦ-ФНЕФ стала чемпионом. В финальном матче саровчане обыграли тульский «Арсенал» со счетом 73-60. Уверенную победу в финале первенства России по баскетболу среди ветеранов одержала команда «Росатом» РФЦ-ФНЕФ. Борьба была сложной для всех команд. Никто не мог предугадать, кто окажется в финале. На площадку выходили сильнейшие спортсмены страны, призеры Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира. Все 4 дня, которые мы играли, было очень нелегко, потому что вы понимаете, что мы не действующие спортсмены, как это было раньше. И было очень тяжело, каждая игра была это как финал сегодня. В финале наши спортсмены встретились с командой «Арсенал» из Тулы. Борьба началась с первых минут. Каждая команда старалась захватить преимущество. Сначала вперед вырвались игроки из Тулы, но росатмовцы не растерялись. Взяли тайм-аут, обсудили тактику, постепенно сравняли счет, а после вышли в лидеры. Команда «Росатом» РФЦ-ФНЕФ победила со счетом 73-60. Команда из Тулы очень сыгранная команда. Они навязали нам борьбу в защите, но потом мы нашли ключи к их защите и смогли перебороть и повести в счете. После финальной игры наградили победителей и призеров первенства. Также памятные призы получили лучшие игроки турнира и победители конкурса по броскам в кольцо среди участников и болельщиков. После награждения все желающие сфотографировались на память с любимыми игроками. На базе отдыха имени Гайдара прошел традиционный 11-й по счету слет «Осенний марафон». Участие в нем приняли 11 команд из разных подразделений ядерного центра. Сборные НИИС имени Седокова, КБ-50 и «Атом охраны». За спортсменов организаторы подготовили веселые старты, квесты, флешмоб в честь 75-летия РФЦ-ФНЕФ. Осенний марафон – одно из главных событий в сфере молодежной политики ядерного центра, который ежегодно объединяет представителей различных подразделений РФЦ-ФНЕФ. В этом году праздник силы, ловкости и духа прошел уже в 11-й раз и собрал 140 участников. Конкуренцию в борьбе за главный трофей соревнований сотрудникам ядерного центра составили команды НИИС имени Седокова, КБ-50 и «Атом охраны». Вначале участникам осеннего марафона предстояло пройти 8 этапов веселых стартов, продемонстрировать свою физическую подготовку, умение бегать на скорость, стрелять из винтовки, плавать, метать дротики. Самый сложный у нас был первый этап. Там нужно было собрать полностью обмундирование человека в каске с автоматом и бросить еще какую-то гранату. Вот. Мне очень понравилось пинать мяч. На тренировке у меня ничего не получилось. Вот. Но потом я сколько-то баллов набрала для команды. Все мероприятия, которые организуют профсоюзные организации, они организуются на высоком уровне. Они другие мероприятия. И уезжая с них, ты всегда ощущаешь бешеную мотивацию на дальнейшее движение именно в рабочем процессе. Вот. Поэтому ребята, когда нас пригласили, я с удовольствием позвал, а с удовольствием мы организовали сюда поездку, и мы надеемся, что это поможет им в дальнейшем и в их карьерном росте, и, в принципе, просто в личностном, моральном развитии. Вишенкой на торте осеннего марафона стал флешмоб в честь юбилея РФЦ-ФНЕФ. Все участники выстроились в линии, образовав цифру 75, и запустили в небо воздушные шары. Отпускаем! Анна Лебедева – давний участник осеннего марафона. В этом году она впервые стала капитаном своей команды. Ее задача – быть связующим звеном между всеми участниками, дать направление и настроить на победу. Цель осеннего марафона, по мнению Анны, не только отстоять честь своего подразделения. Это прекрасная возможность поближе узнать людей, с которыми вместе работаешь. Например, вот мы до участия нашей команды друг друга мало кто знал. А благодаря этому мероприятию, благодаря репетиции к капустнику. Мы все очень сплотились. Теперь прям дружная команда. Вечером огласили итоги осеннего марафона. Безоговорочную победу одержала команда «Авангард». Завершив слет, профсоюз приступил к организации новых мероприятий. 11 и 12 сентября на базе отдыха имени Гайдара пройдет День семьи. А к 28 сентября, Дню работника атомной энергетики и промышленности, молодежная комиссия при правкоме готовит конкурс «ВНЕФ. Территория достижений». Клуб «Мечта» Центра внешкольной работы провел квест-викторину «Велоквиз». Участники передвигались на велосипедах и самокатах по разным станциям и выполняли задания.
Во дворе по улице Московской, 25, активисты клуба «Мечта» снова встретились с детьми, чтобы поиграть в велоквиз. Игра объединила не только велолюбителей. Многие ребята с большим азартом просто бегали следом за товарищами. Участники разделились на 5 команд. Ориентируясь по карте, они искали необходимую станцию и строили себе маршрут следования. На каждой станции их ждали задания на знание истории Сарова и правил дорожного движения. Здесь детвора смогла проявить всю свою находчивость, эрудицию и быстроту. Ребятам было очень интересно, собственно, вспомнить и также правила дорожного движения, как, собственно, участвовать во всем этом процессе. Также, думаю, ребята получили массу положительных эмоций и теплые воспоминания о сегодняшнем квизе, потому что, собственно, сам вот этот вот процесс, ну, он затягивает. То есть интересно и не только участникам, но и организаторам. Мне больше запомнилось паники, музрукам, драматический театр и памятник Ленину. Мы бегали по району, и у нас спрашивали интересные вопросы про наш город. Мне понравилось. Я считаю то, что нужно такие вот мероприятия делать. Педагоги и активисты клуба «Мечта» не случайно выбрали игру с велосипедом. Двухколесный транспорт – любимое средство передвижения у ребят летом. Нередко из-за пренебрежения правилами дорожного движения дети получают травмы. Поэтому основной задачей организаторов было напомнить участникам о поведении на дорогах. Очень часто стали происходить различные аварии, связанные как раз с велосипедами, электросамокатами. И становится страшно и за себя, и за детей помладше. И, естественно, хочется, чтобы дети помнили и узнали о правилах дорожного движения и как можно больше соблюдали их. Все участники велоквиза получили светоотражающие значки и конфеты, а самым эрудированным вручили небольшие сувениры. В Сарове прошел турнир памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Евгения Куницына. В этом году соревнования проходили в 11-й раз и собрали 4 команды. 3 дня, 6 игр, 4 команды. С 29 по 31 августа юные хоккеисты боролись за кубок. Саров принял на своем льду спортсменов из Мурома, Заволжья и Саранска. В прошлом году провести турнир не удалось из-за коронавирусных ограничений. В этом же традиционные соревнования, посвященные памяти выдающегося тренера Евгения Куницына, удалось возобновить. Он на самом деле работал здесь очень давно. И он воспитал не одно поколение очень достойных мальчишек. Также он был заслуженным работником физической культуры и спорта. Поэтому, к сожалению, когда его не стало, ну, для нас как бы уже стало как бы традицией. То есть в честь памяти как бы его мы начали проводить этот турнир. Первые игры определили явных лидеров соревнования. Это команды «Кристалл» из Мурома и «Мотор» из Заволжья. Они разыгрывали между собой первое место. Со счетом 6-2 золото забрал «Кристалл». В последней игре за бронзу турнира боролась саровская команда и гости из Саранска – команда «Мордовия». Наставники считают, что эти соревнования – отличный старт для юных хоккеистов перед началом сезона. Ребята проделали большую работу в предсезонный период, так сказать, подготовительный. Сейчас немножко выходим из этого состояния, когда тяжело, трудно, больно, слезы, кровь. Вот, ну, потихонечку начинаю двигаться, думать. Игра за третье место выдалась напряженной. На протяжении двух периодов соперники не отдавали друг другу преимуществ. Первый период закончился ничьей 1-1. Во втором счет открыл Саров, но на последних минутах Мордовия отправила шайбу в ворота соперника. Исход игры определил третий период. Саров забил Мордовии 2 гола. На последней минуте гостям все же удалось отправить Сарову еще одну шайбу. Финальный счет 4-3 в пользу Сарова. В целом неплохая игра получилась, напряженная такая, так скажем, в кость-кость бились. Где-то немножко упускали соперника, и они вылазили, забивали нам. Так же и мы где-то на их ошибках вывозили. Ну, немножко не хватило везения. На закрытие турнира остались только две команды. Саровскую команду наградили медалями и вручили кубок. Мордовии вручили сертификат участника. Лучшие игроки обеих команд также получили награды.